Finally, we're ready for travel. Our car sounds like broken, and we don't know what happened. It's far away from life. It's the middle of nowhere. But I need to be in Ukraine. I supposed to be in Kyiv more than 6 months ago. But COVID-19 changed my plans. Сегодня мы приехали покупать машинку. Надеемся купить BMW первой серии. Сейчас стоим у автосервиса, ждем, пока приедет владелец авто. Для того, чтобы поднять машинку на подъемнике, проверить номер двигателя. А то, когда заказали проверку, не было видно номер двигателя. Типа грязный, да. Вот сейчас должны почистить, посмотреть машинку. Если все ок, тогда покупаем. Если не ок, тогда пешком до Киева идем. Если сейчас пешком домой. И сейчас пешком домой, да. Я как бы сам тоже поснимал, поэтому если хотите, могу вам потом сказать. Ой, было бы отлично. Вы можете поменять. Супер. Хорошо. А у нас... Да, это уже было. Загорелся. У нас было это был уже. Хорошо. Да, но вчера в любом появилось. Случае.
жидкость будет хорошо. Это жидкость? Да. Окей. Там радиатор от него. И то, чтобы еще не все высохло. Приятный запах. Здравствуйте. Я с тобой иду. Finally, we're ready for trip. And now we're on a gas station. I need a little pillow. Or this one. I take this. And we need a triangle. This? Yeah, this. We'll be right back.
got gumburgers and two burgers, grill burger or something like this, two potato. Салфетки. Салфетки? Так. У меня есть и эти. Да. Давай. А давай влажную дам тебе, чтобы сейчас мы руки вытерли. Сначала ты влажную. Ты пишешь видео? Че? Видео пишешь? Да. Мило. Так. Подивись, там у тебя велика для воды. Угу. И маленькая для камеры. Так. Маску с пиратом могла ты не вложить. Там лежит камера. Trash bin. Thank you. You're welcome. Trash bin. Baseus. Yep. Оп. Давай. Грильбургер. Так. Дякую. Пожалуйста. А маленько. Угу. Два маленьких. Что? На себе положи. Не треба. Покажи тебе. Что там внутри? Да. Что там внутри? Уже насыпала. Sorry. Грильбургер. It's a... Грильбургер? Да. Тебе? Угу. Дякую. Нет. Это лук, так? Да? Жареный лук. Угу. Мила, ну серьезно, смотри. Onion. Заново. Meat, onion and sauce. Упс, твоя салфетка сюда улетела. Не быть. Вкусно? Так. Точно? Классно выглядишь. Хочешь? У меня же есть, спасибо. Если твоя предлагаю своя. А я потемнел. Хорошо выглядит. Спасибо. Обычно вообще на Лену похож. Мы как бы видео снимаем. Как я это потом вставлю? Видишь, такая. И типа других нельзя говорить, а себе можно. Я какой-то универсальный весь. Можно сейчас одну картошку съесть? А вторую как бы оставить на потом. Там еще два бургера. Или хуйня. Окей. Отрубить.
Сколько стоит? 60 рублей. 60 рублей есть? А, наличка прям. 60 рублей. Вас сегодня дам? А, давай. Доброго пути. Спасибо. Давай. Thank you.
sounds like broken, and we don't know what happened. Looks fine, but and so much bugs here. Oh. And worst thing, what we now we place it between Kaluga and Bryansk. It's far away from life. It's the middle of nowhere. Работай. Значит, у нас меньше полбака сейчас. Stop before we cross Russian border, and I very hope we can cross Russian border, but maybe not. Now it's quarantine time, and we can say now you can't cross. But I need to be in Ukraine. I supposed to be in Kyiv more than 6 months ago. But COVID-19 changed my plans. And if say true, now I really nervous.
No, I'm not a writer. Okay. Different.